Приходят многие. Мужчины молятся о помощи в службе, а женщины просят его молитв перед Господом о сохранении в опасности любимых сыновей и мужей. Федор Федорович Ушаков – выдающийся русский флотоводец, адмирал, командующий Черноморским флотом. Благодаря разработанной им маневренной тактике одержал несколько побед над турецким флотом. Во время войны против Франции на Средиземном море Ушаков проявил себя не только как выдающийся стратег флота, но и как проницательный политик и дипломат. Высший военно-морской орден в России носит его имя. В 2001 году Русской православной церковью адмирал был причислен к лику святых как праведный воин Федор Ушаков. Адмирал Ушаков ведет свою родословную от Романа, сына косожского князя Редеги. Русские называли его Редедя, а отличился он тем, что в честном бою сражался с нашим князем Мстиславом Владимировичем. Это было здесь у нас, на Тамане. Редедя тот бой проиграл и погиб, а наш благородный Мстислав вырастил его сыновей, крестил их, а за младшего Романа отдал свою дочь. Впоследствии род Ушаковых обеднел настолько, что адмиралу пришлось приложить немало усилий, чтобы получить грамоту на дворянство. Эта бумага написана рукой Федора Федоровича на имя царя. Тогда же был утвержден родовой герб Ушаковых. Федор Федорович родился в семье отставного поручика лейб-гвардии Семеновского полка в селе Бурнаково Ярославской губернии, окрещен в сохранившемся до наших дней Богоявленском храме на берегу Волги. Еще недорослем, лет в 15-16, был принят в кадеты морского шляхетного кадетского корпуса в Петербурге. Через 5 лет юный морской офицер начал службу на Балтике, затем в Азовской флотилии, участвовал в строительстве русского флота под Воронежем, чуть-чуть не успел повоевать в Первой турецкой войне, уже будучи командиром 16-пушечного корабля. Но в 1774 году война закончилась. Россия получила причерноморские земли и право свободного плавания по Черному морю. Российская империя начала строить свой военный флот. В 1783 году капитан второго ранга Ушаков вместе с командой прибыл в Херсон. Роль Ушакова состояла в том, чтобы ускорить строительство флота. Однако, прежде чем на воду был спущен первый корабль, Федору Федоровичу пришлось исполнять несколько другие обязанности. В это время в Херсоне разразилась чума. В то время это вполне обычное событие, и требовалось искусство командира для того, чтобы, во-первых, принять меры, необходимые для распространения, для пресечения распространения этой болезни, а во-вторых, в общем-то, успокоить людей, потому что это всегда вызывало панику, и, разумеется, задание его по постройке кораблей могло быть совершенно сорвано. Когда Федор Федорович Ушаков установил жесткую дисциплину, карантин, стали соблюдать условия, нормальные в этом плане, и многие подчинились ему в этом плане, и медики, так что у него практически потерь был минимум. В то время в Херсоне уже было небольшое греческое предместье, где строилась эта церковь. В Херсоне существует поверье, что лепту из своего небольшого жалования в строительство греко-софийского храма внес и Федор Ушаков. В
1785 году в Херсоне на воду был спущен очередной 66-пушечный корабль «Святой Павел», который привел в Севастополь сам Ушаков. Императрица наградила его орденом Святого Владимира IV степени и написала: «Усердная ваша служба, особливая в делах родения и искусства и точное исполнение должностей с успехом и пользою государственную, обращает на себя наше внимание и милость». Свой первый орден Федор Ушаков получил лишь в 39 лет. Казалось бы, поздновато. Но впереди была новая русско-турецкая война, в которой будущий адмирал Ушаков все еще успеет. Эта война должна была закрепить за Россией все ее завоевания на юге. Турки же мечтали вернуть себе Крым, Тамань, да и вообще изгнать русских из Черного моря. По большому счету, у России к этому времени линейного флота не было. 2-3 корабля турки в счет не брали. Они нагло пытались снабжать провиантом и боеприпасами осажденный нашими войсками Очаков в Бугско-Днепровском лимане. В это время на лимане проявляли свое геройство наши будущие черноморцы. То есть это опальные к тому времени уже запорожцы во главе с Сидором Белым, Захарием Чепигой, с Антоном Головатым. Они проявляли чудеса героизма, в общем-то, борясь с настоящим линейным корабельным турецким флотом, с лодок практически, ну с лодок или с галер, с гребных галер, которые были снабжены несколькими орудиями. Первое столкновение нашей эскадры с турками произошло у острова Федосиния. Сегодня это остров Змеиный. У нас было всего 2 линейных корабля, а у противника 15. Турецкая эскадра имела 1110 орудий, русская 550. Соотношение численного состава 10 тысяч турок против 4 тысяч наших сделало неблагоприятным исход абордажного боя. Меткая стрельба русских моряков нанесла турецкому флагману, то есть кораблю, на котором находился командующий эскадрой Эскиг Асан, серьезные повреждения, и он вышел из боя, а за ним и вся эскадра. Русские потопили в этом бою всего лишь одну вражескую шебеку, но это была победа. Самым главным были не потери, боевые потери, а именно завоевание боевого пространства. То есть кто хозяин? Кто здесь хозяин? Потом были у Ушакова сражения при Керчи, Тендре и Калиакрии, и каждый раз Федор Федорович побеждал более сильного противника малыми потерями. В то время существовала в парусном флоте линейная тактика, когда сходились вот колоннами прямолинейными, и кто больше нанесет урон благодаря своей бомбардирской там вот выучке пушкарей, будем говорить, на этих кораблях, вот тот, собственно, в это время победит. А Ушаков, он легко сломал эту линейную тактику. Он прежде всего наносил урон, брал в клещи флагманские корабли, уничтожал управление, самое главное, а потом уже флот неуправляемый, он был практически превращался в неуправляемую толпу, и все бежали с поля боя. После Керченского сражения князь Потемкин написал императрице Екатерине: «Бой был жесток и для нас славен тем паче, что и жарко, и порядочно контр-адмирал Ушаков атаковал неприятеля вдвое себя сильнее. Я уверен, что из него выйдет великий морской предводитель». 14 марта 1790 года Федор Ушаков был назначен командующим Черноморским флотом. Турки были напуганы победами Ушакова до такой степени, что их флот, много веков господствующий на Черном море, не решался выйти из Босфорского пролива, боясь встречи с грозным флотоводцем, которого называли уважительно Ушак-паша. После победы у Калиакрии султану доложили: «Великий, твоего флота больше нет». Султан был настолько этим поражен, что поторопился заключить с русскими мирный договор. После вступления на престол Павла I адмирал Ушаков наблюдал за обустройством Севастопольского порта и за строительством Черноморского флота. В 1798 году император назначил Федора Федоровича командующим эскадры, которая отправлялась в Средиземное море. Во Франции победила революция, и вот эта самая активность и вполне успешные военные предприятия, в общем-то, по всему югу Европы, да и на всем западе Европы, очень страшили очень многих монархов. Ну и
Павел I вступил в союз и с турецким султаном, и с Великобританией для того, чтобы противостоять вот этому натиску французов. Французы к тому времени заняли всю Италию, часть Балканского полуострова и Ионические острова. Наполеон обложил население непосильной контрибуцией. Союз России, Великобритании и Турции должен был помочь в освобождении итальянцев и греков. Англичане всячески уклонялись от непосредственного боевого сотрудничества с русскими. Ну, это давняя беда мировой политики, двусмысленная всегда позиция Англии. Как известно, Англия всегда соблюдала только собственные интересы, невзирая даже на какие-то, сиюминутные даже соображения престижа. Они не стеснялись иногда, предавать союзника, вот, если это грозило последующим его усилением в ущерб интересам Великобритании. Английскую эскадру возглавлял знаменитый адмирал Нельсон. Он никогда не встречался с Федором Федоровичем, но питал к нему неприязнь. Это, мягко говоря, неприязнь. Сохранились письма Горация Нельсона, в одном из которых он пишет: «Я ненавижу русских, и если этот корабль пришел от их адмирала с острова Корфу, то адмирал – негодяй». Что это? Неприязнь? Скорее, зависть. А завидовал Нельсон прекрасно проведенной Ушаковым операции по взятию Ионических островов, которые давали возможность господства в Адриатике тому, кто ими владел. Наполеон писал: «Острова Корфу, Занте и Кефалония имеют для нас больше значения, чем вся Италия». Наши взяли Корфу высадкой десанта, без осадной артиллерии и достаточного количества войск. Необычная решительная тактика Ушакова деморализовала гарнизон крепости, и французское командование вступило в переговоры о капитуляции. На другой день Ушакову были переданы французские знамена и ключи от крепости. Были взяты 3000 пленных, в том числе 4 генерала, и богатые трофеи – линейный корабль, фрегат, 14 кораблей и судов, 636 орудий – много боеприпасов, амуниции и провианта. В это время великий Суворов освобождал от французов Северную Италию. Узнав о взятии Корфу, он воскликнул: «Ура русскому флоту! Я теперь говорю сам себе, зачем я не при Корфу, хотя бы мичманом?» Федор Ушаков после победы писал: «Мы не желаем никакого награждения, лишь бы наши служители, столь верно и ревностно служащие, не были бы больны и не умирали с голоду». После взятия Корфу император возвел Ушакова в чин адмирала, но это не изменило его уважительного отношения ни к младшим офицерам его эскадры, ни к простым морякам. И отношение к моряку, к воину, отношение отца к сыновьям, вот, его благочестие, его милосердие. И он жил как монах, он даже не имел семьи, и флот у него был монастырским уставом. Это был великий Божий человек. Он абсолютно был непритязательный ни в еде, ни в чем, и вот чем он, собственно, и брал. И даже вот в трудные времена, а, кстати, вот тогда и сложилась очень серьезная обстановка, когда практически государство забыло. Ну, вроде бы отправили эскадру, а ей нужно ведь и пополнение, и серьезные тылы для того, чтобы... Даже продовольствия зачастую не было, и вот приходилось ему выкручиваться. Все, что у него было, и своего жалования, он все вкладывал вот для того, чтобы накормить, как-то одеть своих подчиненных. А ведь это же все знали, и поэтому платили ему старицы. Многие французские военачальники писали о благородстве русского адмирала, его корректности и по отношению к противнику, приводя в пример приказ адмирала Ушакова открыть огонь по союзным туркам, чтобы остановить резню безоружных пленных. В освобождении от французов Неаполитанского королевства участвовали англичане. И если Федор Федорович пообещал милость добровольно сдавшимся, то англичане даже с пленными обошлись жестоко. В освобожденный Неаполь вернулась королевская семья вместе с английским послом и вместе с Нельсоном. Ну и Нельсон имел такое, в общем-то, серьезное влияние на королевскую чету, что он добился того, чтобы вот это обещание Ушакова было дезавуировано. Произошли страшные жестокости, но, в общем-то, там просто даже руководитель этого восстания неаполитанского, адмирал Карачиоло, престарелый адмирал, ему лично было обещано, в общем-то, помилование.
Нельсон с удовольствием его, так сказать, престарелого, ну, ему за 70 уже было, повесил на рее своего корабля. Ну и остальные, очень многие, ну, сотни человек были англичанами казнены. В 1800 году Россия и Турция подписывают соглашение о создании государства Семи островов. Это была первая со времен падения Константинополя форма греческой государственности. Республика Семи островов существовала в качестве протектората по форме турецкого, а по сути русского. Жители островов так приветствовали адмирала Ушакова: «Да здравствует восстановитель православной веры в нашем Отечестве». Федор Федорович принимал непосредственное участие в написании Конституции, когда сформировалась вот самоуправление, вот первые зачатки демократии по нашим сегодняшним понятиям, вот как раз зарождались тогда, и он к этому приложил серьезную руку. Хотя его ведь царь посылал для того, чтобы он защитил царские династии, как раз вот всех средиземноморских государств. По единодушному признанию современников, Конституция Республики Семи островов была самой либеральной в Европе. Островитяне обожали русских моряков и просили адмирала Ушакова разрешить им петь русские песни. Эту любовь греки сохранили до наших дней. На Корфу у стен крепости есть памятник адмиралу. Создание Республики Семи островов стало вершиной флотской и христианской службы адмирала Ушакова. Через 6 лет он ушел в отставку и стал жить в своем поместье в Тамбовской губернии. Федор Федорович так и не женился, очень любил своих племянников, но помогал не только им, но и всем нуждающимся. Во время Отечественной войны 1812 года на его деньги в городе Темникове был построен госпиталь. Еще 2000 рублей адмирал внес на формирование первого Тамбовского полка. В нескольких верстах от его усадьбы находился Санаксарский Рождество-Богородичный монастырь, куда Федор Федорович часто ездил на молитву. Там покоились мощи самого духовно близкого для него человека, его дяди, старца Федора Ушакова, который позже был причислен к лику святых. Настоятель монастыря Нафанаил оставил такие воспоминания. Великий пост адмирал жевал в обители неделями, отстаивал продолжительные службы с братьей и слушал благоговейно, жертвовал от усердия своего обители значительное благотворение. Федор Федорович умер в 74 года. Отпевали его в одном из храмов города Темникова, а хоронили в Санаксарском монастыре. Несколько верст его гроб люди несли на руках. В богоборческие годы советской власти могила адмирала была осквернена и утеряна, а найдена и восстановлена в 1944 году, когда воинская слава таких великих русских, как Александр Невский, Дмитрий Донской, Федор Ушаков, вдохновляла к подвигу защитников Отечества. Тогда же был утвержден высший военно-морской орден имени адмирала Ушакова. В Херсоне находился единственный памятник адмиралу Ушакову. Он был поставлен здесь, на улице Ушакова, в 1957 году. Сегодня не только в Украине, но и во многих городах России увековечена память адмирала Ушакова. В 2001 году Русская Православная Церковь причислила адмирала Ушакова к лику святых. Его мощи покоятся в Санаксарском Рождество-Богородичном монастыре в Мордовии. Его слова прямо в нашу душу. Не отчаивайтесь, молитесь, уповайте, что Бог ведет Россию своим тяжким, как в Библии сказано, кого люблю, того наказую, своим тяжким путем, но к славе. К славе России. И вот эти вот слова прямо к нам, что и это вы переживете. Ну только молитесь, уповайте, исполняйте свои обязанности, не отчаивайтесь.